С апреля движение пригородных поездов в Зауралье не прекратится. А накануне Олег Богомолов и руководство Свердловской пригородной компании решили подписать договор о продлении сотрудничества. Документ будет подписан до апреля на период с 1 апреля по 31 декабря. Перевозчик будет предъявлять выпадающие доходы по итогам каждого квартала. После процедуры согласования с исполнительными органами власти Курганской области сумма убытков акционерного общества будет компенсироваться из регионального бюджета. Пригородные все перевозки сохраняются в том объеме, в каком они были у нас по договору в начале года. И достигнута договоренность о компенсации фактических расходов, которые действительно компания несет. Губернатор предложил схему расчетов. Если Свердловская пригородная компания, она по итогам выставляла цифры и объемы, которые они могли наработать, губернатор предложил по фактическим затратам проводить расчеты ежеквартально. Поэтому все, эта схема принята Свердловской пригородной компанией.